Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер на русском сервере и Battle Rolling. Будем пробовать выбить на двух аккаунтах с гильдии. Два друга копили по 40 тысяч самоцветов 2 месяца. Посмотрим, чьяк будет более везучим. Находятся они в гильдии Сосновуд. Кидайте заявочки, вступайте. Первые и вторые места битвы гильдии Атака Фортов. БГ обязательно. Связь через ВК, идишка на экране. Поэтому, кто играет на русском сервере, welcome. Так, что у нас сегодня интересного? Коллекционер героев. Ну, я его уже показывал. Здесь, конечно, рыцари. Но я думаю, тут не в рыцарях дело больше. Тут больше в интересе, у кого больше упадет топовых легенд. Поехали, посмотрим, что по героям. Так, Фобос Космо. Королева. Землеройка. Вот так вот, Фобос Космо, Королева Землеройка, аккаунты у нас ну, практически бездонатные, даже одного пака доната нет. Ну что, поехали, начнем с первого аккаунта, это аккаунт, по-моему, Влада, если я не ошибаюсь. Второй аккаунт Егора. Так, ну поехали, посмотрим, стоит ли сегодня играть на коллекционера. Ну, на русском, как обычно, Гаргул. Трифит. Блин, Трифит бы упал бы на этом, на АС-сервере. Там было бы в тему это. Там хорошие плюхи. Ну, пожалуйста, вуаля, Космо, ребят. Просто изи за первых там 8К мы вытаскиваем. Топового героя, которого здесь очень ждали. Космо реально это топчик на Архидемона и на остальных локациях. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас пойдем на второй аккаунт. Там посмотрим, что там интересного будет. Только сначала сбегаем в рейды. Опустошим здесь аккаунт. Переролим все самики. Посмотрим, что у нас выпало. И будем дальше трешивать. Как Бигфут держится против Фрей. Так, окей, поехали дальше. Медуза сразу же падает. Ворожай, малышник. Блин, малышник, это сразу была бы роза на Айсе. Это просто капец. Пожалуйста, вуаля, Фобос, еще один недостающий. Хранитель. Да, хороший коллекционер. Фея, ведьма. Ничего себе, леги сегодня у нас просто сыпят. Так, отлично. Свален был гром, офигеть. Просто офигеть, вот это да. Давайте посмотрим, что у нас. 7-15 слизни. Ну, слизни это такое, самое основное, что посмотрите, мы вытащили Фобу, Космо. Надо землеройку еще сюда. Для полного фарша. Ну и королеву Ос можно тоже. Поехали дальше. Ну давай рандомчик, суккуб. Ну суккуб это такое, укротитель. Так, слоты на склад, ну ладно, купим, думаю, там немного нам надо будет докупать. Бог грома. Окей, поехали обратно в рейд. Воскресил случайно всех, ну, ничего страшного. 21-я Фрея уже неплохо. Так, отлично, поехали. Бульдозер. Асура. Опять бульдозер. Одержимый. Ну давай, рандомчик. Ну, будет еще лего или нет? Рыцарь. Леди Лео. И последние две по 450. Ну... Что я могу сказать? За 39к реально
10-15, но это все фигня. Самое основное это вот здесь. Это Фобос и топовый на сегодня, один из топовых бездонатных героев, это Космо. На архе сейчас без него вообще реально никак. Ну что, поздравляю, поехали на второй аккаунт, сейчас посмотрим. Второй аккаунт. Что там у нас интересного на нем есть? Так. Так. На аккаунт Егора бежим. Так, аккаунт Егора. Ник Хамелеон находится в гильдии. Той же самой, все на экране. Сосновуд, кидайте заявочки, вступайте. Поехали смотреть аккаунт. Это аккаунт, наверное, немножко больше донатный, мне кажется. 25. Ну, тоже относительно до шапки не дошел. Поехали посмотрим, что у него здесь есть по героям. 78. Вот так вот. Нету свалена, который там выпал. Космо, Фобос, смотрите, та же самая ситуация. Королева Оз, Дуэлянт, Свален и Махатмы здесь нету. Ну, практически в равных условиях они. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Поехали. Надеемся, Асура Драка сразу же падает. Гаргул. Блин, нам бы сюда тоже Космо вытащить, и это было бы сердцеедка. Посмотрим, кого рандомщик из них любит больше. Королева Гарпий. Ну, здесь блехи прям сыпят тоже. Стрелок. Ну, нафига здесь стрелок? Укротитель. Это просто капец. Купидон. Сколько лег сыпят. Два похожих аккаунта. Блин, вместе копили. Вот такое чувство, что рандомчик просто непредсказуемый. Самое главное, что Егор написал. Фараон. Фрэнк. Офигеть. Просто офигеть, лиги сыпят. Ну давай, фараон. Опять. Валентина, ледяной феникс. Блин, ледяха тоже крутой герой, но он есть. Тут именно кайф весь в недостающих героях. Профессор Рибет, Душегуб. Афина Атлант, офигеть, офигеть просто, что здесь творится на этих аккаунтах. Жестко. Да уж, здесь свалена не хватает, который, ну там дофига героев топовых выпало. Ну и здесь, в принципе, герои падают. Сейчас посмотрим, это еще не конец роллинга. Сосновуд. Веселое название. Опять профессор Рибет, да вы издеваетесь? Суккуб. Ну, рандомчик, давай, паладин, просто мега имбу дает. Как видите, аккаунт на аккаунт не приходится. Еще один паладин, РТшка. Ну, просто жесть, ребят. Вот насколько рандомчик бывает злым. Ничего себе у него. Герои рушат все прям. Капитан Дрейк. Бог грома. Опять кяп. Опять укрот. Королева Гарпий. Арташка, призрачный, призрачный, трифит, просто капец, ребят, 11-15 на один слизняк больше, но
как видите, нифига толком мы даже не словили. Печально. Это все, конечно, печально. Но рандомчик есть рандомчик. Ну что, поздравляю. В этом батле Влад все-таки победил. Реально у него упало лучше. Ну, в принципе, у них был между собой батл. Сегодня этому повезло, завтра другому повезет. В общем, поздравляю. Надеюсь, Егор не расстроится. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, за 40к не собирается слизни. Я еще обязательно проверю на своем аккаунте на русском сервере, за сколько реально их можно собрать. Ставьте лайки и ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.